Всех приветствую. Сегодня у меня распаковка очередная. Тут сумка для велосипеда. Собираюсь в этом году делаю поход. Как раз на багажник повешу сумку. Сюда 70 литров. 60 литров. Ссылка там в описании. О, какой. У меня была подобная сумка. Я с ней катался. После переезда я потерял. Не могу найти. Фирменный. Заставили, доставили где-то дней за 5. Ну, я думаю, все видели вот эти. Сетки. Так вот это выглядит. Фокусирую. Запах такой, ну, очень отдаленный присутствует. Вот так это фиксируется на багажник велосипеда, на заднем. У меня уже был подобный. Тут крепежи, все очень прочно. Не знаю, это там. Вот все фиксируется. Ну, это тут просто насадка, так. Это... Штырьку багажному тоже. Что мы имеем? Так, открываем. Так. Там что-то лежит. А, это... Типа уплотнителя. Чтобы она не мялась. Кстати, удобно. Думали. И видите, объемный здесь. С этой стороны, что мы имеем. То же самое. Так, два. Таких. Вот здесь большой багажник здесь. Для сумки, конечно. С уплотнителем, чтобы не цеплялось за колесо. Самый большой должен быть сверху. Ага, и дождевик. Дождик. Накрывать сверху. Если дождь, чтобы ничего не промокало. Желтый такой. Ну, на резинке просто сверху раз. Я показывать не буду, как он держится на велосипеде. Так я это все уже видел. Тут все четко. Сюда можно сверху палатку прицепить. И спокойно ехать. Но я планирую за водой ездить на родник. Сюда 5 литров воды. И сюда 5 литров воды. Это багажник. Сумка для багажника. Вот так вот будет. О, так вот вешается. На багажник. Ссылка на данную сумку будет в описании, что я говорил. А, кстати, здесь тоже. Вот опять я поднял. Вот здесь вот тоже есть уплотнение. Которое лежит на багажнике. Кстати, молния. Хотелось бы отметить, что очень и плавно ездит. Собачка хорошая. Резиновая, кстати. Не сломается, как это часто бывает в походах. Собачки ломаются, молнии тоже. Так. Здесь вот, но здесь очень большой объем. Это верхние сумки. В принципе, так она и должна быть. Да, запаха практически нет. Тут что у нас? Да, тут написано 60 литров. Объем. Тут размеры. Ага. Здесь что, какие-то визитки? Ну точно, для путешественников. Так что в следующем году поеду в лес уже
И рассказывал, делал поход, поеду. Как обычно, в одиночке. У меня там есть своя дорога новая. Ага, здесь вот еще отсеки есть. Вот здесь. Не знаю, зачем. Для телефонов. А, да. Зарядника. Для повербанка. Здесь и здесь. Так, вот, допустим, у меня 3-литровая банка. Ну, для примера. Она все спокойно помещается. Сюда можно такие поместить две. Кстати, 2 3-литровые банки. Это я просто хочу показать, какой объем. Ну, конечно, верхнюю поместить их. Вот, допустим, стоит. Все закрывается. Я потом, когда поеду в велопоход, еще сниму это подобное видео. Ну, уже не без распаковки, а просто как и что у меня туда помещается. Соответственно, спальный мешок, палатка, запасная одежда, еда. Потому что в рюкзаке вряд ли все буду пихать. Я в рюкзаке не люблю, когда ехать. И рюкзак сзади. Он немножко душит, когда особенно на горку едешь. Всем пока.